при танце около костра. И этот человек, да, попал в страну, ну, так как перевозили, да, очень много рабов. Вот, и вот этот вот танец, вот этот изначально, который был около костра, вот с этими синими выходами, та-та-та, смешался с европейскими, да, и из этого получилось танго. Я не говорю, что танго было в Африке. Ну, вот, допустим, мне кажется, это весьма спорно, потому что... Я просто объясню, что в тех районах, где зародилась танго, там практически не было африканских рабов, это белые территории. Там не было, черных рабов. В общем, я не буду спорить, потому что я в этом вопросе, просто... честно скажу, я поняла. Я просто не знаю, да, что, где там истина. Я тебе рассказываю о той версии, которую мы вот вечно услышали. Людей, которым я склонна доверять. Я здесь не могу сказать, что это истина или нет. Да? Ну, просто когда звучит фраза «танго зародилась в Африке», как бы это коробит. Потому что... Оно повлияло, я говорю сейчас о танго. Нам хотелось сказать. Пару слов буквально. Почему многие, ну, скажем так, чтобы объяснить, что такое кизомба, говорят, ну, это такое ангольское танго. Да, да. Отчасти они правы в том плане, что именно изначальные корни одинаковые. Все должны понимать, что был такой период, когда было широко развито рабовладение, и когда из Африки вывозили людей, вывозили целыми деревнями, целыми ареалами какими-то, они, естественно, с собой забирали свою культуру. Где-то их расселяли по территориям. То есть, например, из одной местности люди не попадали в одно место в итоге, а их расселяли там по разным странам, продавали через рынки. Иногда именно все поселение целиком оседало на одной территории уже в новом месте, привозя с собой полностью практически культуру своего родного места, своих родных земель. Африканцы, они очень музыкальные, и у них многие вещи вообще передаются через танец. Естественно, что со временем происходило какое-то смешание именно слоев населения, белые мешались с черными, черные мешались с белыми, может, с меньшей охотой, но в любом случае перенимались и культурные особенности тоже, в том числе и в танцевании. Мы сейчас в большинстве своем светлокожие, но тем не менее мы с большой радостью учим, в общем-то, танец берегов Африки. И точно так же, когда-то много-много лет назад белые люди заинтересовывались именно танцами и культурой, которую несла с собой Африка. Они, африканцы, я имею в виду, ввиду своего, ну, скажем так, менталитета где-то, более открыты, они более энергичны, у них более зрелищно все. Да? То есть они, их движения более зрелищны, более интересны. И когда... Он сейчас на белых нагнал, вы что сидите? И когда происходило развитие какого-то танца, любого танца, будь то сальса, мы все помним кубинскую сальсу и африканскую шубу, да? Будь то танго, где в свое время было тоже в Южной Америке большое количество рабов из Африки, да? Будь то территории Европы, где тоже в свое время, ну, куча было танцев, переплетающихся как с берегов Африки обратно, так и туда. Поэтому можно с большой долей уверенности сказать, что практически все танцевальное наследие имеет африканские корни, так или иначе, в той или иной степени. Поэтому говорят... Да, не возьми. Ну, так получается. Поэтому есть схожие моменты, схожие элементы в разных танцах. То есть можно, если заниматься танцами достаточно широко, то есть пробуя разные-разные вещи, оказывается, что вот это и это похоже, вот это и это похоже, это и это похоже. Хотя, если взять территориально вроде как зарождение этого танца, откуда он начал получать популярность, эта территория может быть очень разнесена между собой. Взять ту же Южную Америку, взять ту же Африку, и в итоге получившая большую популярность в Европе тоже танго. Вот. Именно, ну, скажем, отвечая именно на ваш вопрос, почему танго и кизомба похожи. Именно потому, ну, по моей точке зрения, именно поэтому они и похожи. Но мы сейчас еще послушаем. Я потом добавлю. I think the main question was why
so many things related with tango and the opposite. So, I think the... Нет, я знаю, что есть люди, которые мне понятны. Что я потом ее уже сказала. Просто Хьюго говорит о том, что, ну, насколько он понял, суть вопроса в том, насколько вообще связаны и почему есть какие-то элементы, которые привлекаются в кизомбе и танго. Ну, пускай будет ясно. А он просто хотел пояснить, что он понял вопрос. First question was, можно я сейчас быстренько вставлю, просто чтобы вы понимали, мы делимся информацией, которую сами примерно так же услышали. Достоверность очень тяжело подтвердить, да, она условна, поэтому не принимайте это как абсолютную веру, потому что мне близка версия, допустим, про танго Маши, а не Алекса, именно за счет того, что... Я слышал про то, что там моряки, всякие танцы и прочее-прочее, там рабы не участвовали. Вот. Но, опять же, не означает, что эта версия правильная. Да, кстати, да. Вот. А, дело в том, я слышал, что это танец белых. Вы слышите от нас, да, мы слышали точно так же на какой-то конференции. Да, понятно. Поэтому не воспринимайте... Они тоже где-то слышали. Мы просто ушли очень далеко. Бытует мнение в интернете, на форумах, особенно русскоязычных, о том, что танго оказало влияние на кизомбу последние там, лет 20, не 200 лет назад. Нет, а я тебе скажу. Дело в том, что для нас, то есть мы больше знаем танго, правильно? Ну согласитесь, танго везде, все видели где-то там, кто-то пробовал еще, ну, до кизомба только дошла, грубо говоря. Танго вы уже давно знаете. И вот иногда на занятии мне легче объяснить видение похожее, да, в плане, как и в танго, да, верхняя часть, партнеры, все это слышали, вместе танцуем. Сливаемся в одно целое, в танго это уже, вот про танго вы это слышали, да? В кизомбе это похоже, то есть тоже верхняя часть там соединяется, в том плане, что это одно целое, и видение происходит, да? Поэтому мне объяснить, почему так? Танго. Вот вы знаете, что в танго то-то, то-то, то-то. У вас лампочка, о, я знаю танго, я знаю, что ну, в танго вот так вот происходит. И вы по-другому, и вы начинаете понимать. И мне кажется, из-за того, что люди, каждый по-своему пытается донести, и, возможно, очень много примеров приводят с танго. Поэтому так распространено. А можно мне вопрос задать? А можно я сейчас вот Лене задам вопрос маленький? А, вот Лена, да, парочка, да, у нас она... Лена, я знаю, что ты танцуешь и танцевала танго. А, ну, это было немножко, я училась не на носителя. Не, я там, я знаешь, такой вопрос хотела задать тебе. А не хочется ли тебе какие-то вещи из танго добавить в кизомбу? Есть. Да, такое есть. И мне, конечно, более близко европейская кизомба, mm-hmm. да. То есть я за вытянутые ножки, mm-hmm. за носочки. Я про это именно, вот это именно хотела услышать. А дело в том, что у нас у всех свой вкус и. Ну, мы видим картинку, она кому-то нравится, кому-то нет. И кому-то просто не нравится, что вот люди топчутся, да, и, ну, и вообще это свойственно европейцам, ну, украсить. И люди, которые из сальса, они приходят, и им хочется чего-то добавить, ну, мало им шагов. И они начинают себя украшать, да, и отсюда получается, что добавляется туда очень много элементов из других танцев. То же самое, допустим, как Алгир и Сара постоянно добавляют хип-хоп в кизомбу. Казалось бы, где хип-хоп, где кизомба. Просто им нравится. Потому что каждый человек добавляет свою изюминку. Ну, это все. Но говорить о том, что кизомба, там, танго, танго... Можно я контрвопрос? Насколько вам всем, кто задает эти вопросы, критично? Что из чего произошло? Ну, то есть понятно, что нам круто знать какие-то первые основы, да, там, в Африке, окей. А если вам скажут, что танго повлияло на кизомбу, что у вас в голове изменится? Или вам скажут наоборот, окей, кизомба повлияла на танго? Ничего не изменится. Но это для нас, возможно, тот, кто танцует танго, для него танго дало какое-то влияние на кизомбу. Потому что он когда-то танцевал танго, о, похожее видение, ну для него, естественно, добавил свои штучки, повлияло, правильно? А те, кто из Анголы, для них танго – это танго. Кизомба – это там, свой выход из всех. Два разных танца. Нельзя запираться, мне кажется, в этом плане.
потому что через 10-20 лет мы можем вообще не узнать кизомбу, просто потому что была эволюция. Знаете, мы с вами вообще, собственно говоря, делаем историю кизомбы. По большому счету, да. Макс, вы спросили вопрос на 100%. Послушайте представителя китайской культуры хоть раз, пожалуйста. Но он позволил работу, мы решили, что вы все сказали. Он же говорит мне здесь тихонько, потому что боится сказать вслух. Послушайте его, пожалуйста. Да, да, мы слушаем, мы с удовольствием. Do you speak, please? Okay, guys, there is a big there is always a big discussion about these things. So if we will go back on history, we will see. Очень много дискуссий возникает именно на эту тему, но если вернуться все-таки назад в прошлое, то мы увидим. What we see is that you know we have many many Africans that we have the countries who were conquering the many colonies. Okay. То есть увидим, во-первых, европейские страны, которые образовывали колонии в Африке. Okay, and these guys who were conquered by the nobles, they were the slaves, and the slaves, you know, they were dancing these kind of Afro dances and stuff like that, and the nobles were watching that all the time. Можно увидеть в истории то, что всегда благородные люди, которым собственно, ну, аристократы, которые получали себе во владение рабов. Прежде всего, они видели, что за культура, с какой культурой они сталкиваются. Они видели, что рабы танцуют. So, and what happened was that, in my opinion, okay, I'm not 100% sure, but I think this makes sense, the nobles were watching the others dancing, the slaves, and they also want to dance a little bit. So, they pick that dances and start doing something more polite in their own way, okay? С его точки зрения, аристократы, видя какие-то такие интересные, красивые движения и танцы у африканцев, у, соответственно, африканских рабов, они пытались эти танцы перенести в свою культуру, но, скажем так, несколько благородных сделать, может быть, ну, более вежливыми. So, and what you see in kizomba and in tango, it's there are too much connection. It exists actually in both of them. It's like there is only one body dancing. It's completely sure. Можно увидеть, что и в кизомбе, и в танго есть одна общая черта. И там, как будто бы одно тело возникает. То есть в танце нет разделения. Вот мужчина-женщина – это единый организм. That's why you see there are many things that we teachers tell to you about how to lead and many things that are really the main thing. It's also in tango. It's the same. Actually, it's the same. Посмотрите, как разные преподаватели преподносят информацию, все равно какие-то основные моменты введения и в кизомбе, и в танго похожи, соприкасаются. То есть действительно здесь очевидно влияние Африки в любом случае. And of course we have many different styles of kizomba. We have kizomba from Angola, we have kizomba from Cape Verde. Okay? It's different. То есть естественно все равно существует кизомба, скажем так, разных немножечко стилистических окрашенностей из Анголы, из Капо Верде, но тем не менее и то это кизомба. We know that kizomba is based on semba. Can we say that tango in that case connected with semba? No. No. Another question. I just want to say that nobody was sure 100% what was there. I know another version of tango, so I tried to. I already said. So, I just share my information which I know. I don't know whether it's true or not. Uh-huh. We see that the kizomba and semba are completely different. Yes. You know, even the songs, you guys mostly don't understand the song, but some people like us, instructors, know a little about the songs. I know everything about the song. I can understand. But in kizomba it's more about love, okay? That's why you have too much connection. In semba, the lyrics doesn't make many sense, but it's always about jokes and, you know, playing things. So that's why the music, when we dance, it's in a very how to say fun. Yeah, funny way. Okay. Здесь даже посмотреть смысловую наполненность песен, в кизомбе и в семье абсолютно различные слова. Если в
Александре это в основном романтика и любовь, ну и, собственно, у людей такая очень-очень плотная связь, и они стоят в близкой поддержке, то в семье в основном это, ну, какие-то шутки, какие-то такие очень неформальные истории, и нет как таковой вот этой вот безумной романтики там и любви. Ну и, соответственно, совершенно по-другому и танец ощущается, и даже если вы посмотрите, ну, скажем, то же самое правило, что в семье есть трюки, а в кизомбе они есть. Для нас хочет, мы Европа, нам хочется больше, больше, больше. Поэтому у нас, когда танцуют, так, что это учил? О, я видел вот это, да? Нам, мы просто, ну мы такие люди, нам хочется больше информации. У них принято, что если вы танцуете кизомбу, значит вы танцуете кизомбу. Трюки это для семьи. Да? This is very important, okay? When we are dancing kizomba, okay, in social, please don't make like the tricks we do in kizomba. Да, если вы это делаете там, на вас посмотрят как... И наоборот, ребята, всем вы не вставляйте тарашу. И ни в коем случае в семье не может быть тараш. Ни в коем. Еще только с юмором. Они что говорят? Что если для вас вы получаете от этого удовольствие, никто не может вам запретить этого делать. Если вы получаете удовольствие, делая трюки и танцуя в кизомбе, делайте. Потому что вы танцуете для себя, это ваш танец. Но вообще, если мы возвращаемся к традициям, традиции такие. Вот. Но никто не может вам запретить этого не делать. Вы должны наслаждаться. Нормально. Я думаю, вообще, как ни крути, танцы могут рождаться в разных, да, странах, да. Но все равно какой-то человек может смотреть на эти два танца, он может говорить, ну они как-то чем-то похожи, да. Вот, например, завтра что-то увидим, да, есть танец культуры ангольская, есть ангольские, ну, конгрессские танцы, да, они вроде разные, ну, вообще они разные, да. О. Ну, и там свое настроение, и там свое настроение. Что получается? Получается, если, например, человек, который танцует культуру, да, ему может казаться какое-то движение из конгресса, там как-то прикольно, да? Что он делает? Он берет это движение, уберет лишнее, например, убирает попу, ну, допустим, бедро убирает, и много вот эти энергетичные шаги. То есть он все равно берет, ну и меняет под свою энергетику. То есть что я имею в виду? Что кизомба там может, там, катан повлияет на кизомба? Ну, ну, понятно, что есть какие-то схожие, то есть как бы... Как вы говорили, есть такой момент, что это одно тело танцует, да? Но для меня лично, да, может, это мое личное мнение, да, для меня, могу, например, смотреть, ну, две пары танцуют, да? Одна пара танцует, видно реально именно вот ощущение качества звука, которое именно изначально было, может быть, медленно снимать, да? Другая пара танцует, как бы, больше танго, чем зомба. Я бы не сказал, что ты не танцуешь зомба, ты танцуешь зомба, но точно ощущения разные. То есть я за, если вам нравится, то есть можно делать, но все равно как бы, если развитие кизомбы будет идти в сторону много танцев кизомбы, то изначально танго потеряется. Именно то ощущение, которое кизомба дает, он юнит. То есть ощущение все равно, как человек танцует, качество, это маленькая вещь, но она много чего меняет вообще. То есть как бы я, то есть, например, какой-то элемент взяли, но я бы, ну, изначально ощущение как бы не теряет. Можно я говорю, да, знаете, как бы думать спорно, да? Дело в том, что в июле мы были в Париже, и большим для меня, наверное, для нас как бы было откровением, что мы увидели то, что мы даже между преподавателями кизомбы нет единства. Да, вот да, все да. Те, куда мы смотрим на YouTube, Альбир, Сара, Квенда Лима, Хелио Сантос, Авелину, Пейдж, Ирис де Брит, вот такая скамейка сидела, да, да, и да. Было видно, что у них нет единства. Они очень долго спорили, они не спорили, они говорили так, ну, вы знаете,
мыслим, ну вот так, ну вот, вот это вот напряжение, да, оно чувствовалось. Мы сидели, они об этом не говорили, но это чувствовалось. Но видно, что было как два лагеря, то есть одни поддерживали одно мнение, другие другое. И вот они... Я просто ничего, можно договорить просто чуть-чуть, да? Итог вот этому спору подвел Квендолима. Не там, когда мы сидели, чуть позже он был на занятии по музыкальности. И он говорил, ребят, ну вот я с Кабо-Верде, окей. Есть версия, что кизомба родилась в Анголе, есть версия, что кизомба родилась в Кабо-Верде. И он говорит, какая разница? Смотрите, я говорит, вам танцую мазурку, которая популярна на Кабо-Верде. Он ее немного танцует, он говорит, если я здесь немножечко изменю, и тут же мы получаем в этом виде кизомбу. Если какой-то еще один, такой традиционный, да, танец, я его начинаю танцевать, стоит мне вот такую мелочь изменить, получается кизомба. Так есть ли, говорит, вообще смысл по этому поводу спорить? У нас, говорит, есть кизомба, нам надо этим наслаждаться, доказывать кому-то что-то, что это отсюда или это отсюда, это не имеет никакого смысла. Если вам говорят, что это из Кабо-Верде, кивните, скажите окей. Если вам говорят, что это из Анголы, кивните и скажите окей и продолжайте танцевать, потому что, ну, это реально не имеет смысла сейчас, чтобы мы бодались, тратили время. Нет, мы не бодались. Нет, вообще, просто есть... Кто-то, кто очень реально защищает ту или иную. Ну, обычно это кто-то из Кабо-Верде или кто-то из Анголы. Нам на самом деле вообще по барабану, да, по большому счету. Мы не оттуда, не оттуда. Ага, Романик. Ой, и кто-то еще. Я просто хотела сказать, справедливости ради, все здесь говорят, что на самом деле кизомба из Анголы, лично я придерживаюсь несколько другой точки зрения. И пусть меня закидают камнями, я считаю все равно, что кизомба пришла из Кабо-Верде. Просто потому что исторически, если посмотреть на то, как развивались их танцы, скажем так, посмотрев на то, что делали... Ну, это ее мнение. Ну да, это то, что говорили. На самом деле, Кабо-Верде, я знаю, что это был остров, через который плыли всегда корабли из Африки в... Давайте спросим народу, вам интересно? Вам интересно? Валерина Романовна, хочешь что-то сказать? Я думаю, но по большому счету, да, ну не важно. Совсем не понял, то есть если говорить, что сам из Кабо-Верде как танец или как музыка, кому как музыка или как музыка? Нет, как танец. Как музыка, я тоже согласен. Как музыка, я бы согласен, но как-то они... Вот спросите у людей реально, им это интересно сейчас. Давайте погодим. Если посмотреть на ту же самую морду. Окей, давайте я круг по уши сделаю. Давай решить вопрос. Следующая тема. Мы тогда вернемся. А какие-то еще вопросы есть, которые именно вас интересуют, а не преподаватели? Про музыку у нас есть специалист, да, который занимается музыкой, поэтому, ну, наверное, стоит ей уделить Марсель. Лен, давай, выходи. Леночка, двигайся сюда. А ты про музыку или про музыку? Лена диджей из Беларуси, кто не знает. Вообще, этому человеку... Организатор фестиваля, который проходит вот в районе 14 февраля, кто не был у нас еще. Вот, почему бы не было? Москвичи все знают про фестиваль. Кто приехал, да. Почему мы заговорили об этом фестивале? Я понимаю, что Мин сейчас делает себе рекламу, все здорово. Но это реально очень важно, потому что я вот именно сейчас про Лену говорю. Это человек, который привез к нам сюда кизомбу. Ну, не привез, а был таким первым человеком, кто сам пригласил инструкторов, который сам того не ожидая, да, зародил такой вот, дал такой толчок тому, чтобы движение кизомбы у нас начало развиваться. Вот, потому что мы там с Ильюхой, ну, я был в Анголе, поэтому мы приехали, мы там что-то с ним шушукались, танцевали вдвоем, да, это вся кизомба была у нас. Расскажите, как у вас вообще? Я думаю, мы уделим это время, да, кто как пришел к кизомбе, какой-то может быть интересной историей, можно будет об этом поговорить, да. Но сейчас давайте. Это инструмент, а можешь сказать, потому что некоторые держатся именно инструментами. Что конкретно знаешь, что в кизомбе минимальный набор инструментов, который должен быть, это минимум одна гитара, синтезатор,
барабанщик, который выдает вот этот основной бит, и вокал. То есть человек, который поет. Это вот минимальный набор, который должен быть. Те исполнители, которые выступают вживую, их осталось там буквально несколько человек, там Сюзанна Любрана, еще пару людей, которые принципиально ездят с концертами только со своей группой, у них всегда есть минимум два барабанщика, у них есть человек, который играет на синтезаторе, два гитариста, которые творят такое с музыкой, что просто танцоры, там как бы иногда бывает концертный зал, то все сидят просто слушают, а бывает большая площадка, где люди танцуют. И там раздолье и для зукеров, и для кизомберов, потому что набор инструментов позволяет им выдавать два бита одновременно. То есть вы можете слышать зуковый бит, вы можете слышать кизомбовый бит. И, собственно, там так и рай для вот всех. Вот эта дружная жвачка. Главное, рядом с зукерами называется. Да. Но там всегда большие как бы, помещения, поэтому не проблема. Единственное, что, например, Касан, про который говорил Илья, они были первыми, кто поехал в Африку с гастролями. И, собственно, почему начали смешивать эти танцы, потому что Касав приезжал со своими танцорами. И танцоры, они показывали тот звук, который они танцевали на тот момент. Поэтому они смотрели, как танцует местное население. Местное население смотрело на звук. Поэтому, например, может, Ромарик меня потом поправит, но в Анголе звук смешивался с кузыкутой, любитой и прочими национальными ритмами. Появлялось что-то близкое к семье, я правильно говорю? Ну, это с ним было, а с коса появилась другая музыка, не видели немного. Есть... Ну, что-то близкое к тому, что мы сейчас имеем в виде кизомба. В том же Капа-Верде смешивалось с каладерой, достаточно веселый такой ритм, похожий на меренге, по настроению. Появлялась колазу, смешалась с морной, появилась более такая мелодичная мелодия с фунаной. Что-то близкое к семье. Потому что если посмотреть, например, музыку 90-х годов кизомбо, она достаточно быстрая. И как бы люди, которые не разбираются в инструментах, они говорят, это же сембо. Хотя, как бы, если знаете, что в сембе основные два отличия, как отличить сембо от кизомбо, это наличие инструмента реко-реко. Вот примерно вот такой вот звук появляется. Достаточно легко услышать. И аккордеон. Если есть два этих инструмента, это сембо 100%. Неважно, медленное оно, либо быстрое. Вот это важно. Наконец-то поделился. Ты книжек не потом. Реально. Периодически просыпается, но классный эффект. Я не спал. Ну просто вот это реально, вот эта информация, которую сейчас Лена говорит, она дает нам, танцорам, понимание реально, что делать на танцполе, понимание того, под что мы танцуем. Все, это важно. Потому что 90-е годы была музыка вся достаточно очень быстрая. Скажем так, 95-2005 музыка начала замедляться, потом появилась тараша. И сейчас, в связи с большим развитием различного софта для производства музыки, даже кизомба становится такой битовый, похожий на тарашу. Как бы кому-то нравится, лично мне это не нравится. То есть я могу поставить песни 2000 года и получать намного больше удовольствия, потому что ощущение, что это живая музыка, а не просто какой-то бит, который, вот, честно, давит на мозг, если играть. Его удобно очень сводить в микс, это шикарно. В этом плане круто, можно полчаса, час-полтора менять настроение. Ну вот то, что я да говорила, то, что приходишь, вот такие дискотеки, там такое чувство, что ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Диджей развлекается. Потому что если взять старые мелодии, их достаточно сложно свести так, чтобы было красиво и в бит. То есть там чувствуется наложение одного на другое, но в принципе удовольствие получается намного больше, потому что там более, скажем так, широкий набор инструментов, и можно обыгрывать не просто там электронный бит такой, там или такой, а там хочешь флейты, гитара, барабаны, что-то еще. То есть то, что слышишь, как вкратце вот. И песни, наверное, только по сексу. Наверное, все-таки опять же, что добавлю, для нас, кому что ближе, кто-то любит хип-хоп, ему будет более битово нравиться, кто-то любит мелодичный, я люблю пожестче. Все, кто пожестче, сюда. Да, разделись, пожалуйста, чтобы было диджей, понятно, что это. То есть сказать, что это хорошая музыка. Нет. Я люблю рэп, я буду слушать пожестче. Я люблю более... Может, я на фейсе играла. Я буду любить другую. А ты любишь рэп? Я
часто люди кушают зуб и кизомбу. Очень много. Это очень частый вопрос. Какая разница? Вопрос вот тебе принципиальный. Я могу, можно я? Просто понимаешь, как бы зуб, да, ну, там, если не обратить. А можно я вот скажу, у нас просто завтра будет, мы будем разбирать музыкальные отличия кизомбы, сембы и зука. И я предлагаю просто это на практике, на музыке прям послушать все. Потому что мы сейчас много можем говорить, но много народу не поймет, о чем мы говорим. Да, ребят? Давайте все-таки на практике нам расскажут и дадут послушать, да? Ты. Для меня, допустим, я могу танцевать, есть нео такой звук, да, когда ну вообще никакой там кизомбы даже не пахнет. Там вот действительно один звук. Есть битовая, как любит она, но там никаким звуком не пахнет. Там вот тарашение, там звук кизом, вообще не станцует. Там никак не станцует звук, да? Вот это отличие, я чувствую. То, что миксованное, звук кизомба, кто-то, ну, возможно, она ближе к звуку. Но я могу танцевать кизомбу, либо там наоборот. Микс такой. Для меня... Ну как бы вас никто каплями не закидает. Да, можно танцевать кизомбу. В Европе на крупных фестивалях, когда есть отдельные комнаты для кизомбы и звука, вот у меня было такое, когда я в кизомбе что-то не прет, выхожу, слышу маджика звучить. Я в зуб-комнату танцевать кизомбу нормально. И причем смотрю, там уже часть пар танцует кизомбу. Вот. Дело в том, что есть реальный звук, да, который... в котором вкладывается кизомба, можно танцевать, да, то есть вот эти вот шаги кизомбовские, они очень хорошо на этот звук ложатся, да. То есть наоборот, то, что сейчас Кристина говорила, когда четкая такая кизомба жесткая, да, звук не танцуешь, нет. Да, звук не танцуешь, такой же есть и звук, но настолько он плавный, что ты шагаешь как будто бы в никуда, да, в невесомость, нету, вот нету музыки на твой шаг. Неудобно вам самим будет танцевать. Другими словами, да, когда мы говорим о костах, да, это именно та музыка, которую мы будем называть именно звук, да, у них прямо звук. Есть песни, там звук машин, которые быстрее, но их медная песня, это именно звук, да. Все могут говорить сразу, спрятать кизомбу, да, те, которые были на лекции, я, наверное, услышали, да, что бить вверх, бить вниз, да, в звуке вот все как будто вверх, ага. Или все как будто вниз. То есть кому-то можно говорить, типа, быстрый путь отвечать, попробуйте искать сильную долю. В зуб как-то не найдете. Ну, как бы находите, ну, не совсем то. То есть в кизоме прямо и па, и па, и па. Ну, все равно бывают какие-то спорные песни. Потому что, ну, опять же, я сказала, что приехали в Анголу, дали звук, а нет, мы не будем его танцевать. У нас будет свое. Смиксовали, знаете, да? То есть оно похоже. Ну вот завтра мы это послушаем, я нам, наверное, расскажу. Сделаем на подборочку. Сыграет на инструменте. Ага. Ребят, вопросы какие-то у вас есть? Еще? А то преподы так круто поговорили. А то мы тут все тут, да, что-то решаем. Зомба в Казахстане появилась. Надя, а зембу в переводе что означает? Что означает уга, зембу в переводе? Я не знаю. Я просто такой сэмпл. Фан. Просто название педитанса мазовка. Что да? Что там за педитанс? Что значит? Еще вопрос. У меня есть вопрос. Где можно музыку взять? А кроме интернета нет, допустим, вот сюда пиджак. Что вы там учили? А, вы знаете, но на самом деле очень сложно это все искать. Мы кудуро, вот есть лично мой опыт, да. Мы кудуро ищем в португальских передачах. Есть такая передача. Я просто, у меня с языками совсем плохо. Я могу просто потом сказать, как она называется. Она идет в Португалии, и там приглашают различных исполнители кудуры и вообще современной музыки, они много там рассказывают всего и много всего поют, и мы оттуда узнаем каких-то новинках кудуровских, и, соответственно, уже ищем в YouTube, потому что вот так вот зайти и что-то найти очень сложно. Подсказать адресок? Да, да, подсказать. Kizomba-zouk.net.
www.blogspot.com. А давайте тут вещи мы просто выложим в группе нашествия, и вы все сможете это посмотреть, ладно? По поводу музыки есть сейчас такая проблема у европейских диджеев. Дело в том, что когда англицы выпускают какой-то новый диск или новый альбом, пока их рынок не насытится полностью, они его не выпускают. И, допустим, европейские диджеи, они там его чуть ли не контрабандой через кого-то пытаются этот диск достать, и, соответственно, они особо делиться им после этого не хотят. Они его ставят. Но чтобы они его залили в открытый доступ, маловероятно. Поэтому мы, грубо говоря, получаем уже в доступе песни, которые в Анголе какое-то время назад были популярны. А в Анголе никто не заливает, а на свой... В Анголе они... Нужно просто побывать в Анголе. У них немножко по-другому это все строится. У них и вечеринки, они вот... Ну, у них просто вообще как понимание другого. У нас там, о, фотка классная, ну, сейчас я ее залью в контактах, да? Или, о, там что-то классное, дай-ка я поделюсь с друзьями. У них немножко по-другому это все построено. Они вот увиделись, потанцевали, им классно. Плюс превратится все-таки вопрос с аспиратами. Ну, да. Если они вдруг где-то скачали и поставили на вечеринке, не дай бог, как вот Мерикардо рассказывал, но проблем вообще не... Очень большие проблемы нет. Просто мы смотрели передачу про Кудору, как вообще-то появлялась, зарождалась. У них был такой достаточно забавный момент, когда мы с интернетом там долго, и она идет там вечеринка вечером, и там кто-то один достал софт, чтобы писать музыку, что-то такое там написал мелодию, другу типа послушаем, как, о, классно, и они вот так вот друг другу передают. То есть какие-то диски, и у них на вечеринку, как у нас, да, там прийти с вином, там что-то еще, каждый просто свои песни такое. Вот, поэтому у них сказать, а что у вас там новенького? Дети, поставь с моего телефона. Они такой автомат с монетками кидают, брать песен. Нет, я сейчас чуть-чуть. Нету там монеты. Так, беру. Еще вопрос. На этом сайте Не, мне интересно просто Кудура в том плане, как я Кудуру могу использовать в сети. Вот лично для меня, а Кудура это интересно. И найти просто музыку Кудура мне не интересно. Мне нужно посмотреть, что же под этой Кудуру танцует, как я могу проецировать тему. Поэтому мне нужно посмотреть человека, который поет. Ну, вот это Албнеса, да, вот в Питере давали они это реально. Певицу зовут Титика, и это она поет, и это она придумала движение. Это он. Ну ладно. Нет, а как дайте Саше сказать. Я кажется, что у вас сидит представитель аутентичной культуры. Да чего с ним никто не разговаривает? Потому что ты с ним разговариваешь. С ними никто все время не разговаривает. Поговорите с ними. Нет, задайте. Нет, тихенько. Хьюго говорит, что, например, у него есть португальские сайты, с которых можно совершенно спокойно скачать любую песню. Ну, вот, между собой не называется. Да, вот, говорите. Так я не успела сказать. Don't hesitate to talk, to say it in Proverbs. А, мы тогда ждем эти сайты в группе, чтобы здесь народ видел. Oh, yes, don't worry. Okay, you were talking about the songs that you don't have too much on the internet available. In Portugal, there exists many websites where people put many albums, even the oldest ones, okay, where you can download them. Okay, I will give to Nadia the links, okay, that you can share on the group. Mm-hmm. Даст Наде все возможные ссылки на португальские сайты, где выкладывают даже самую старую музыку, так что можно будет много чего интересного. Я буду продавать. Don't call me Nadia. Nadia will sell. Yeah, yeah. You want this? Okay. Вопросы есть? Расскажите, можно один вопрос? Да. Для мужика у нас там кизомба практически совсем не развита, и первые мои шаги. Мы это проходили, да, все. И вообще, это не первые мои семинары здесь.
зомби. И начал изучать танец. Не просто приехал, что первые шаги, а с интернета скачал ролик. И обучение ведет там. Ну, я как бы с Александром попробовал встать в пару, как вот именно по ролику. То есть сам по видео с женой пытаюсь изучать кизомбы без преподавателя. Вам пошло не со шваброй. Вот, да, слава богу. Вот. Встал в такую позу, как вот по видео. Мне сказали, это другой стиль кизомбы. А почему преподавателя нет этого стиля? Почему вот как у нас такой стиль сейчас вот и несколько вот... А давай человеку попробуем, потому что он делает очень большое дело, начиная где-то, где он начинает. Здесь все начинали, ну вот все представители, да, мы здесь специально собрали всех преподавателей, которые начинали вот, когда в городе не было ничего. И создавали все свои школы и вообще кизомбы, да, в своих городах с полного нуля. И мы знаем, что это очень тяжело. Когда нету информации абсолютно никакой, когда нету такого свободного доступа, где это все можно взять, да, вот хорошо, Ромарику. Нам приходилось так же, как вам, что-то учить, что-то догадывать, что-то доделывать. И я помню, когда мы открывали свое первое занятие, мы ребятам говорили, что извините, но возможно, так как мы чувствуем. То есть у вас как-то вот сложилась такая вот плеяда преподавателей, которые двигают одно направление кизомбы. Но большинство из нас, мы учились у европейских преподавателей. Мы, соответственно, именно то, как мы учились, мы и передаем дальше эти знания. У нас так получается, что мы едем на одни фестивали, да, нам нравятся одни преподаватели, и так сложилось. Ну, группа преподавателей. Да, группа преподавателей. Но это все равно, я скажу, что у каждого из нас будет разный стиль. Да. Это понятно, у каждого открывает свой стиль. А, и просто так, ну, как-то вот так сложилось, что вот мы именно вот еще я такое хочу... танцуем, поэтому здесь непонятно, что за видео, мы вот не можем вот так вот сказать. Ну, на самом деле, в интернете не так много обучающего видео по кизомби, там буквально почти полтора часа такой вот, наверное, ребята знают. Темный, да, и все его, наверное, видят, потому что он как бы роешься в этих, где что-нибудь найти, и там вот более-менее доступно только вот у него. И вот я сразу так встал в пару как с ним. Вы раз знаете, такой, я вам скажу, я тоже училась по этому видосу. И потом, когда вы начнете ездить, по фестивалям, вот уже начиная отсюда, вы начнете понимать, что опа, ну да, я вроде так вот понимал это так, а вот сейчас на ощущениях вот это по-другому, а потанцую с одной, второй, третьей, каждая ведется по-разному, и вы начинаете просто приспосабливаться. На самом деле вы постоянно будете развиваться. Сейчас вы танцуете так, а через там месяц, через два вы понимаете, что да нет, вот что-то здесь, а вот здесь, и вот так. И это зависит от преподавателей, и от вас лично, и от, ну, от вашего уровня, да, который там будет расти. Учитесь, какая есть возможность, да, учитесь как есть, и делайте, если вы хотите, да, свое дело. И я думаю, что со временем... Ну, вы придете уже к тому, что именно вам интересно, вы сможете различать и выбирать. Видео учились, это другой стиль кизомбы. Мы говорили когда о стилях, да, я два раза акцентрировала внимание на то, что, ну, все-таки лучше не делить на стиль. Я вам, знаете, что скажу? У меня мальчики на занятиях, если я им говорю, обнимите партнершу, они обнимают вот так. А у вас, у мальчиков, у всех большая проблема, что надо же сажать партнершу к себе поближе, она же должна меня чувствовать, да? И когда он опускает руку вниз, девочки же выгибаются, да? И вот вы кладете своей мальчике руку вниз и зажимаете. И бедные девочки потом после вашего танца по полу отползают. Я своим мальчикам, когда учу, я им говорю, поднимите руку выше, потому что на первых этапах они очень сильно жмут. И мои девочки очень сильно жалуются. Здесь находится грудная клетка. Я каждый раз говорю, легче, ну не надо ее к себе прижимать. Да? И им не так больно здесь, девочкам. Со временем мальчики руку опускают для тарашки.
украшения, и дальше они не понимают, что... Я не про правую, про левую. Вот это левая рука. Разные ваты просто. Это да. Рамка. Единственное, что нужно понимать, что эта рука ведется... Это рука вам правой рукой. Эта рука вам не нужна. Правой рукой совершается ведение. Левая рука – это рамка, которая вам может помогать. Но ведение все идет правой, как сказала Кристина. Левую можно вообще убрать. Отвечая на ваш вопрос, вот вторая рука, про которую вы говорите, ее можно держать так, можно держать здесь, можно опускать вниз. Обычно ангольцы вот внизу никогда не держат, вот да? Ага, вот здесь еще, да. Ну, то есть вот так. А обычно наверху, да, держат руку или здесь. Допустим, во Франции очень много французов, да, которые руку внизу держат. Но обычно как бы не рекомендуют, но опять же, это как вам удобно. Можете прижать к сердцу свою руку. Главное, чтобы девушке было удобно. Да. И вам. Я добавлю, последний фестиваль в Минске, каждый сказал, каждый так был один, он сказал, а сейчас вы пришли к нам, используйте наш стиль. А я вообще руку держу вот так. Да. Мужчина. Пробуйте, ходите ко всем, пробуйте, смотрите, что вам дает. Каждый я вам скажу, обычный выход у разных преподавателей будет по-простому. И если в эти тонкости вникать и что-то там пытаться доказать, да, или там выделить какие-то стили, вы просто запутаетесь, вам будет очень тяжело. В любом случае у нас геленджикский стиль будет. Да. В любом случае, вы вот ко всем можете спокойно обращаться, мы чем сможем вам помочь. Мы через это все прошли, я сразу могу сказать, что основная проблема у вас будет, когда вы начнете ставить музыку и танцевать. Все саксеры будут говорить, а там нечего делать. Не беру девочек и начинаю работать. Потом приходят на занятия и говорят, ой, что-то я погорячился. На этой оптимистичной ноте, друзья, похлопали.